Добрый день. Многие спрашивали, какие у нас теплицы стоят. Вот первая самая теплица, это легенда комби. У нее выход стекло внутрь, крыша и стена, дверь. Все остальное вокруг поликарбонат. Это парник, придумываю, испытываю. У него вот эта крышка полностью открывается автоматически, вообще нормально. И стены сдвигаются, но не практично. Дальше легенда 2,5, самая первая, еще в бежевом цвете стоит, экспериментально. Потом парник полностью закрытый, типа домиком, и одна стена открытая, пленкой можно натянуть. Рычаг специальный, накручиваешь кверху, фиксируешь его и все. Но тоже оказалось непрактично, надо будет еще пару экспериментов провести. Дальше идем. То есть треть участка 15 соток, треть участка занимается огород. Идем дальше. Там вот стоит у нас, где сейчас стройматериалы, но я их уберу. 1,5 на 6. Саша просил маленькую поставить и под огурцы или баклажаны, так с маленькими узкими градами. Очень аккуратная теплица. С одной стороны двери купе из остатков были, и с другой стороны дверь с форточкой для проветрения. В этом году, наверное, не знаю, что она поставит. Теперь в эту шикарную теплицу. Это самая первая легенда под стекло. Еще даже мы, даже видите, не реконструировали. Раньше были с загибончиками, сейчас специальный перелив ставится. Тоже как на себе поменяю. И здесь база, крышка прозрачная, старого типа, без резинок. Сейчас она тоже новая, хоть и прозрачная, но с резинкой. Потому что завод Израиль все, бронзу закрыл. Мы все выбрали. Раньше вот так стояли, видите, была проблема. Ну, у меня стоит 5-й или 6-й, 5-й год, кажется. Все отлично, стекло еще ни одно не меняли. Идем дальше. Здесь плитка выложена, так как когда вот этого ничего не было, ни бани, ничего. Здесь мы в теплице кушали и жили, можно так сказать. И когда вагончик еще не было. Вот первое деление здесь. Залил бетон с утеплителем, с пеноплексом. Надо подкрасить его или чем-то обработать, не знаю. Ведь краска специально по бетону красила, обрубляться начала. Ну и грядки здесь забетонированы. С капельным поливом. Еще старая легенда старого типа, сейчас по-другому все. Форточка на термоприводе, форточка на термоприводе, сверху форточка на термоприводе. То есть все в термоприводах, потому что мы дачники выходного дня. Здесь тоже такие же грядки, но здесь первую я ложил с плиточкой. Помучился, оплюнул, залил во втором отделении бетон. Быстро и практично. Не надо никаких подсыпок, трамбовок. Ну, уже Наташа начала снег заносить. Здесь также форточка, форточка, форточка. Стекло, поликарбонат, поликарбонат. Ну и капельный полив. Сейчас, конечно, все это отсоединено. Линия. Отсоединить недолго. Здесь стоит еще емкость. Две их стоит емкости. Раз, два. По 500 литров. Все это завязано. Со скважины. Видите? Приходит. Здесь краны набирать воду. Пошел на капельный полив. Зимой, когда просто скважины через компрессор выдуваем воду, потому что вода разведена по всему участку. Я разводил лично сам. То есть вода везде разведена. Но там емкость для подачи воды на огород теплая. Теплая вода. Емкость, под ней сарай. Это наши подставки для емкости. Ну, вот как-то так. Вот тут скважина, все под землей закапывал. То есть вся наша продукция на испытаниях. Вот все просто, все отлично растет. Почву подмешиваем, там подкармливаем, добавляем свежую. Наташа делает. В общем, все как у всех. Ну, даже это, как она там называется, замерзла вся. Ну, это травушка, муравушка, которая там пришла там. Не знаю, вообще. Всякие горчицы, херисты. Здесь в этих углах полочки стоят. Здесь полочка стоит. Вот здесь у нас обогрев. Тут вот. А, здесь я выкопал, сейчас закопаю. Вот он обогрев, видите, выходит с вилкой. С грядок надо включать, прогревать. А там, ну, в той теплице. В этой грядка без обогрева. Вот там вот теплица стоит, у нас обогреваем тоже. Ну, то не пройти сейчас. Поэтому я здесь копану и еще закопаю ленту еще одну. Мы ее выкопали, что-то не помню, по какой причине вот она лежит. Якобы не работала, потом включил в розетку, она работает. В общем, женские женщины, значит, такие кипишные.